Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Печальная статистика такова, что сегодня каждая третья женщина страдает варикозным расширением вен или начальной стадией. Арина, совершенно верно. Более 50% миллионов женщин страдают варикозом. Как это несправедливо, Арина, я мужчина, но я скажу, что это вселенская несправедливость, что варикоз послан небесами именно женщин. Мы, мужчины, конечно, тоже страдаем, но в значительно меньшей степени. Ну вот, да, кстати, женщины хотят носить короткие юбки, особенно сейчас весной, хочется преображения, хочется носить платье, но с каждым годом наши платья и юбки становятся все длиннее и длиннее, и вот настает тогда такой момент, когда мы носим только брюки, потому что открыть свои ножки не можем. Но как нам хочется вас, мужчин, радовать, конечно, своими красивыми ножками. Ну, давайте посмотрим, вот Екатерина у нас в гостях прямо сейчас. Василий, вот комментируй, пожалуйста, как профессионал, что у Екатерины за проблема? Что я могу сейчас видеть, ну, у Екатерины? У нее уже, по-моему, это где-то первая или вторая стадия варикоза, вот так я навскидку говорю. Но я вижу, и я знаю еще, помимо всего прочего, что она использует антиварикозные колготки. Посмотрите, что такое варикоз. Это вздутие вен. Все начинается с звездочек, дальше уже как клубится, как змея. Залегла вена, потому что идет давление крови на этом участке. Естественно, все это идет давление на стенку сосуда. Это варикоза. Если не заниматься этой проблемой, она становится с каждым днем буквально у вас на глазах все больше и больше. Вена выпирает все сильнее и сильнее. И именно поэтому мы предлагаем вашему вниманию сегодня позаботиться о своем здоровье с помощью антиварикозных колготок, которые называются «Доктор». Вы получаете в комплекте сразу две пары. Невероятно прочные колготки антиварикозные, они не рвутся. А вы так растянем с тобой. Вот прекратите вот свои вот колготки менять каждую неделю или каждые три дня. Вы получите невероятно крепкие колготки. И еще давайте тянем. Василий, тянем, не ждите. Тянем, вы, у меня вырвалась такая компрессия, что у него просто вырвалась у меня. Тянем, посмотрите, это суперкрепкие колготки. Они не рвутся. В то время, когда я успею поменять обычных колготок три пары, одни антиварикозные колготки прослужат вам гораздо больше. Размерный ряд у нас от 2 до 6. Сразу рассказываю, второй – это до 70 килограмм женщины приобретают, третий размер – это до 75, четвертый – до 85 килограммов, пятый – 95 килограмм, и 6 – это до 105 килограмм женский вес. Поэтому выбирайте по своему весу и получайте защиту. Давайте разбираться. Как работают антиварикозные колготки? Да, Арина, смотри, как хорошо сейчас видно. Видно вот это, вот посмотрите сейчас. Вот что это такое, узоры? Это не просто узоры для красоты здесь нанесены. Угу. Это специальное плетение, которое создает правильную компрессию для того, чтобы улучшить циркуляцию крови в нужных местах. Давайте сейчас показывать и разбираться более подробно. В области щиколотки и в области лодыжки у нас компрессия составляет 100%, Арина. Для чего? Потому что в этом месте как раз у нас есть варикоз, как раз есть проблемы с венами. То есть мы от низу как бы, да, со 100% компрессией и идем вверх, идем и она слабее, вверх, слабее, Ариночка, слабее. Для чего верно, это, да? Идет слабее, слабее, потому что там не нужна сильная компрессия. Так. Не надо ничего там сдавливать. Вот в области колена уже компрессия составляет 75%. Угу. По мере движения к бедру она еще уменьшается. В области бедра это 50%. Угу. И, наконец, в области паха 20%. То есть мы выталкиваем как бы лишнюю воду, правильно, лишнюю жидкость мы со своих разгоняем ног. Кровь, совершенно верно. Мы снимаем отечность ног таким образом, благодаря правильно распределенной компрессии по всему изделию, по всей вашей ноге, дорогие наши друзья. У нас с вами есть три цвета на выбор. Цвет черный, цвет коричневый, капучино и телесный цвет. Возьмите за правило поменять все свои колготки обычные на антиварикозные. Вы выбрасываете бесполезные колготки, которые рвутся каждые три дня и которые никак не помогают вашему здоровью. Да, Арина, все правильно говоришь, очень хорошо. Друзья, посмотрите, пожалуйста, наша гостья Екатерина согласилась показать, какая у нее есть проблема. Давайте смотреть, сколько Екатерине лет, как вы ему думали? 25. Как помолодел варикоз, куда я клоню? Вот ради этого 25 лет. И посмотрите, вот он уже виден варикоз, вот она вышла вена. Почему это произошло? Потому что здесь неправильное давление. Венозный клапан не может хорошо откачивать вверх венозный кровь. Поэтому стенки вен испытывают здесь давление. И что же им делать?
они начинают выпирать. А чтобы этого не было, нужно использовать каждый день простое средство – антиварикозные колготки. Доктор, какое хорошее название! Ведь именно для этого они предназначены. И еще знаете, друзья, что варикоз опасен ведь не сам по себе. Опасное его осложнение – это тромбофлебит. А тромбофлебит – это уже закупорка сосудов. Там уже хирургическое вмешательство. Не будем об этом говорить, не будем это запускать. А вот как раз нося, используя антиварикозные колготки, вы защищаете свои ноги от варикоза и тромбофлебита. Вы знаете, мне при беременности мама в первые же дни отвела сразу в магазин и купила мне антиварикозные колготки. И я хочу сказать ей огромное спасибо за это. Зачем носить обычные колготки, если можно носить антиварикозные и каждый день помогать своим ногам, помогать своему здоровью? Вы получаете сразу две пары. Просто выбираете свой цвет. Один из трех. У меня в руках прямо сейчас цвет капучино. Также вы видите на своих экранах цвет бежевый и цвет черный. Выбирайте несколько пар сразу. Давайте еще раз напомню, как работают колготки антиварикозные. Работают в домашних условиях. Напоминаю вам, носите, применяйте их буквально каждый день с самого утра, для того, чтобы не было вен, для того, чтобы не было застоя крови. Угу. И что такое варикоз? Варикоз есть не что иное, как застой крови, а если более подробно, застой венозный крови, потому что венозный клапан не справляется со своей работой. Он не может откачать лишнюю венозную кровь. И как болото появляется у нас в области лодыжек. Идет давление на вену, и вена начинает выпирать и извиваться змеей под нашей кожей. И вот посмотрите, вот эти узоры – это особое плетение, друзья, которое создает правильную компрессию для грамотного оттока венозной крови. То есть мы с вами улучшаем циркуляцию крови. А коль мы улучшили циркуляцию крови, хорошо заработал венозный клапан, хорошо заработал отток венозной крови, вот он ликвидирован, застой крови. Улучшая циркуляцию, вы не просто, друзья, носите эти антиварикозные колготки, вы защищаете себя от варикоза, от тромбофлебита, от неприятного внутреннего жжения, распирания и отеков. Вот посмотрите, как работают наши колготки, доктор. Идет дозированная, правильная, грамотная компрессия, которая препятствует венозному застою, его нужно убрать, надо снять отеки, и мы это с вами сделаем. Только носите каждый день эти колготки, предотвращайте варикозное расширение вен, предотвращайте целлюлитное образование, потому что это еще прекрасный лимфодренаж, который разгоняет нашу лимфу и делают массаж вашим измученным ногам. Ваши ноги достойны того, чтобы быть красивыми. А причины варикоза, вы знаете, разные. Это наследственная предрасположенность к варикозной болезни, это начальная форма заболевания вен, когда мы видим появляющиеся звездочки. Все это ведет уже к синдрому тяжелых ног, к болю, судорогам и к чувству онемения. К ретикулярному варикозу в виде выраженного рисунка на коже ног – это следующая уже вторая степень. Наличие сосудистых звездочек на коже ног – все это мы с вами видим и наблюдаем. Вот когда вы носите эти колготки, вы выполняете грамотную профилактику возникновения варикозного расширения вен и грамотная профилактика тромбофлебита. Выбирайте прямо сейчас антиварикозные колготки. Давайте еще раз посмотрим действие наших колготок. Действие действительно чудесное. Осталось только одно. Вам их носить каждый день с самого утра. Но вены заслуживают того, чтобы быть в правильном физиологическом состоянии, чтобы не было повышенного варикозного давления внутри от венозной крови. И для этого нужно просто носить колготки. Ведь они так и называются – колготки доктор, где правильно и грамотно расположена компрессия. 100% в лодыжечной зоне и уменьшается по движению к бедру.